пощупывание у кого-то. Ах, там соблазняет, да? Дух вырубите, дух вырубите. Алло, вы что, гоните, блядь? Кого вырубите? Хант, выруби дух. Какой да, дух? Он реально вырубит? Привет. До скорой встречи. Всего хорошего. Дойти до моба, что ли, не успел? Че у тебя дух-то? Ты уже все равно в трэше в толпе. Так он откидывает, наносит урон, и потом хер дойдешь до него. ТТГ, кстати, чарка вообще странная, вот, которая дает, когда нажимаешь верный выстрел, возможность ткнуть убийственный, добивающий выстрел. Типа, в ММе ее почти некуда засунуть, на БМе тоже в целом некуда засунуть, если больше двух мобов. Ну, спустя какое-то время лишь было понято, что большинство чарок классовых, полная помойка, лучше брать реально с атаки. То есть там крит удар, что там, что-нибудь. Ну да, там да. Там, есть, конечно, чарки хорошие, но они иногда либо в ротацию сильно не, ну, не вписываются, либо просто они, ну, нахер не нужны. Там, бля, это вирулентная чума, что ли, вот у АДК. Вот его накручивают как-то, могу его знать. Там говорили его, как-то накручивают, стакивают, что его. И там. Не понял. Если кто там заинтересован, может потом поделиться, бля. Просто вот и чарка-то как бы, ну, классовая, специализированная. И, блядь, она вот, не знаю, даже жалко ей будет реролить. О, за кольцом бы сбегать. Какая чарка? Сейчас. Не, апнул репу, походу. Такая... А, на ханта. Да. Жалко. Посмотри, сколько она дает по ДПСу. Да ни хрена не дает, я тупо в ротацию некуда засунуть. Не на стопцы ее реально. Скажи, уж чарок-то не будет, у тебя будет эрхов. В ротацию ММа некуда засунуть? Да, ее ни в ММа, ни в БМа некуда засунуть. А куда ты ее засунешь в ММа? У тебя надо настакать 4 верных выстрела. Даже если убийственный прокнет, ты тыкаешь прицельный выстрел, чтобы скинуть стаки. После этого тыкаешь эту змеиную херню, и за этим сразу же снова прицельный, и опять верный. Какую змеиную херню ты кидаешь? Подожди. Вкус гадюки? Выстрел химеры. А, ну... Вот, у тебя ротация, 4 верных, прицельный, укус, прицельный, и снова вееры. И у тебя некуда впихнуть вот это убийственный тупо. Я вообще вот... Там в ПТГ на ханта только одна шмотка. Так, кому надо и там, либо... И там, я на двоих. Что будет? Может, висят вообще бить не будем, а? Как-то... Ну, смотрите сами. Если он отведет подальше, если сверки не будут, а уешить нахуй целенаправленно, то так-то можно и побить. А если сверки на улетят? На сверках? Ханты, маг. А если прям ренжу набрать огромену, если вот поставить к этому выходу, который вот видишь, левый. Да не надо ничего придумывать, блин, зачем? А он тебя от хилоп сибитесь нахуй подальше. Куда сам? Ой-ой-ой. Ну, что происходит? Парни, ебать. Да, ты в следующий раз в Долоран портуйся с этой хуйней. То я пока до тебя добегу, блядь. Таунты откадышится нормально будет. Рейндж набираем. Нахуя, бля, нахуя, заебал. Кинетика, крестик, подбейте. Блять, ешь хан. Да. Только сейчас это понял. А я забыл, я эти шары 1000 лет уже не бил. Еще кинетика под боссом. Моя ДПС. Келесит там, смотрите, агро там. Шары не заберите. Да, вроде есть. А этот эрдру, сука, бля, моментально поднять никого не может, так говорите вот. Кто? Там чисто хопки, да? Эрдру. Ну, как, блять, моментально много не может поднять, ну так, 1020 может. Быстрым исцелением.
быстрое восстановление. И он может побурстить, но это надо ему конкретно на одну цель работать. Жизнь, свет стакать. Вадикон, стоп мне. Завтра она работает, гайд посмотрим. Когда там смена цели? Сейчас. Что с ним, бля, бля? Это хорошо. Идет нахуй. А, это плохо. Кира, какая неразбериха, пиздец. Бля. Кира, да, твои балда, походу. Не вы сняли. Вставай. На магии расплавьтесь. Бейте, бейте, бейте босса. Захильте. Нет. Живи, бля, Миндрем. Брат, нахуй. Убегаем. И бейте там, бейте. Быстро убьем, можно будет нахуй рыбку покушать. С пивком, да? Ёбаный, ещё висит. Сука, бабу нажал нахуй, бабу массакрами. Хуй откиньте. А мало нету, пиздец. И не залить, и нет. Могучий вихрь. Сколько, говорит, языков ты знаешь? Я, говорит, знаю английский, говорит, и неправильный английский, так, в смысле. Это как... Сверху, сверху не залейте, сверху не залейте. Да убейте ее. Да похуй на эту сверху вообще. Кинетику там кто-то подбивает. Вот над этим, на Калдерамом там. А, над Клисетом. А, уже похуй. Молчи. Ученики паникуют. Там это моба сагрите, готовьтесь, если с танка в стан кинет, то может разъебать остальных, так что готовьтесь контролить. На вар вообще ничего падать не будет сегодня, да, походу? Походу. Да. Ни одной вар. Не выпало. Ой, бля, распил. Ну смотри, там еще шея сланы есть, в принципе, хорошие, но на... Блядь, слушай, а хуй ты на шея сланы? Питер-вар, прощай, но... Да, нам ты ее будешь напить, пока СРС-ки не возьмешь. Я какой-то код есть. Пробежал, я видел там назад, нахуй. Это куда он там пробежал, блядь? Хватит. Репу прокачал, наверное, кольцо нахуй хочет. Что, гонят, что ли? Где код такой медведь стоит, нахуй? Заебал. Где кот, блядь? Ебать. Вот этого зергать в первую очередь, потом того было. Подходите поближе к тактикам, чтобы они вниз туда не телепортировались. О, а чё, ботинки Лингрена ушли, что ли? А я всё закинул. А чё, там что-то нужно? Ботинки, кстати, неплохие. Да, да, ботинки вон на ханта. Ну, закинешь. Ну, ханта лучше будет. Там два ханта, я не знаю, кому одному только надо. Да? Какому? Тому болгарскому. Да. Безобидному. Знаешь, как это, на БГ стоишь с безобидным, он тебе лицо сломает. Он такой, вроде безобидный, а вроде лицо сломал. Ява. Спасибо. Вот мы уже трэш снесли. Кто-то чилит до ворани, что ли? Да нет. Ты сдох, блядь. А кто рунайта? Так, ну тут 6 хилов стопудово зайдет, нахуй. Зунал труд, дашь СС полутаю, а этот самый притон дашь. Блять, по кому бы дать-то нахуй? Так, Шейна, может быть? Да не, хуй на него. Хотя ладно. Ну либо Булибай, либо Ракшен, потому что кого-то на, из них точно... Лучше на ультра-дру дай лучше. Если он сдохнет, то БР будет. Мы с Катрисией, по сути, не должны сдохнуть, блядь. Настраивайтесь на то, что сейчас на взлетке себя сейвите, 6 хилов хилят. У меня массейва нету, только у Лингрена есть. А ДКшники же врубают этот антимагический панцирь и все заебись у них. Да, да. Окей. Да если что, поэт сожрёшь. Я не живодер, чтобы петы жрать.
Он дохлый уже. Это не живодерство, это естественная потребность любого ДКшника. Что, что он дохлый? Он все еще... Он бегает, мой союзник. Да, я дал ему имя, я вырастил его. Я его вырастил, я выкрыл его. Да. Поешка упала. Опа. Можно рыбу. Ёбаный, где она нахуй? Да вот. В поисках боешки, блядь. Не, мой таргет возьми. А все, я взял. Взял. В поисках дори. Жрём. Становимся сильнее, да. Да, он могу. На, ебани собор. А, думаешь, да у меня нет. Ладно, спасибо. Забот. Да. Так. Какие-то... 3 БР в КД, вот так чисто, блядь, для справки напомню, блядь, на пол на Войда. Кто не укусил, то превратился в вампира. Тут пидор, чё? Бать, урана пулич. А кого хилить будем, блядь? Да, похуй. Да, похуй, не знаю. Ну, я как бы зеркало нахуй ловлю. Мне такой же дамаг, как и Войду идет. Там вроде по кому-то больше шло. Раньше по зеркалу больше шло. Еще по Войду 0. Ну, здесь она тебе, видишь... Да почему дымак весь дублируется же? Не, там именно рекаунт открываешь, там полученный урон... Ну, пока что по мне больше идет. Бывает, что по частицам. Короче, как-то было, что по частицам... Ну, возможно, прям... я понял. Возможно, она не учитывает зеркало, типа физика. Ручную, просто дамаг. Может быть. Не знаю, она либо как-то удваивалась, либо... Ну, там прям видно, что в два раза больше было дамага именно потому, кто офтан. Какая хуйня была. Ну, сейчас как-то и хуй незаметно, жирные, блядь. Укусишь Вадикона, Вадикон... Сейвовую зону ищешь там и начинаешь себя хилить на взлетке. Чисто себя хуяришь. Кто там у нас? Меня можно укусить. Шелфиром. Короче, на первой взлетке. Красные лучики, сбегаемся быстрее. ШП кусать нынче не убить. Короче, я на второй взлетке отдаю сакру, да? Бурябая укусить. Самое то. Ладно, ладно, шалфира укусишь. А, хила укусили? Хила укусили. Красавцы. Блять, а продукс. А продукс. Блять, ну тихо. А продукс, ты чё, бич нахуй? Чё за хуйня нахуй? Это пиздец, конечно. Я хуею, блять. Ну так а нахуй, ну а фреймы нахуя придумали? Чё, ДД не кусает, зачем хила ты укусил? Бурибай, передашь шалфиру. Ну или кому-нибудь, о, нахуй, да. Только не хилу. Смотри, только не проебись, не превратись в вампира. Дашь массакру сейчас или нет у тебя? Короче, Виллинген дашь есть, первого. Есть. На первой взлетке. Готовьтесь, вот этот фирс с этого с ДК. Лужа, лужа. С диспельте с него. Лужа, это хорошо. Сейчас, короче, Катрисия, я буду давать спокойствие, а на второй взлетке ты будешь давать. Алфир, ты где, бля? Перед тобой. Хиливайте быстрее, 6. Я хуею нахуй. Ёбаный в рот, блядь. Бей бичей. Чуть-чуть левее. Лужу, лужу. Лужу разлили тоже, блядь. Друид, кто там? Катрисия, блядь. Ультрадру, иди ресай, Бурибая. Знолтор как сдох нахуй, вы совсем там охуели? Чё за параша происходит? На 6 хилов нахуй. Или что, блядь? Нинер ему закинь. И ультрадур тоже ему закинь, Нинер, вырубаю быстрее. Я отдал уже. Давай бафайся, каску лапы, пристабав. Призн ставь тотем, короче. Шелфир гимн на ману читай. Тени 3 секунды. Захилитесь, быстрее тени сносите, красные ебаные лучи нахуй. Инсулятор. Быстрее эта лужа исчезнет, нахуй. Укусы не проебите, блять, кто там? Притон, я продукс, передайте.
Шалфиру и Вадикону, блядь, ДПСером. Лутай, на этой взлетке будешь давать на себя зубы и гимна ХП. Готовься. Передайте укусы, блядь. Не превратитесь только в вампира. Что там, передали, нет? Так. Вроде, да. Блять, притон, ёбните по голове. Я просто в ахуе, нахуй. Ну вы ебанутые, сука. Ну почему вы не можете сделать простых вещей, нахуй? Глыбы, баблы, все маги, все отдаем. Баблы, всю хуйню. Катрисия, баблы. Катрисия, баблы. Спокойствие готов читать. Ультрадру, спокойствие. Друтин Вулит тоже спокойствие. Ебать, вот зеркало куда ушло. Да, ты как где? Так, блядь? Ты рядом стою. Ну сейчас ее автоатакой дашь, и она подойдет. Ну, перекинется тебя. Может, двойной будет, кстати. О, интересно, все. Мы в берсу убьем его? Геру дайте. Минута до... Там надо было еще укусы ждать. Зря сейчас сдали Геру. Берегитесь. Люди инвалид. Ай, сука, бомжи ебучие, бля. Позор, нахуй. Сейчас хилов, нахуй. Это еще диспеля, наверное, не было, да? Сейчас посмотрю, кто диспелил. Сколько вампиров сейчас будет? Много. Да сейчас минута, у них минута уже там. Не, не успеют. Через 50 секунд берсана. Через 40. Берса через 30 секунд хватит, читаю. А че, мы берсу пинаемся, получается, здесь? Ну, блять, как видишь, нахуй. Ну еще пару тел упало, мы точно бы уперлись. Ну просто хило, блять, кусают. Лужу отойдите, блять. Сука, бичи, нахуй. Налили лужу на босса. Бля, мой посох нахуй на эрдру, сука. Вот видишь, оно так всегда бывает. Прибарахлишь его в других рейдах, сейчас десятку там обычку куда-нибудь. Потом уже это, чтоб ощущалось полноценно, что ты это вывозишь. Понятно, как всегда. Все, правильно. Вот да. Конечно. Чё-то я туплю, кому эта хуйня надо вообще? А, вот. Дай. Вот да, это хорошо, только девать уже некуда. Смотри, покупаешь ДС, покупаешь ДС, продаешь ДС, получаешь голду. Не, ДС мне не выгодно. Выгоднее всякими камнями с Ювы. Тем более. Мои запястья выходят дороже. Смотри, сейчас просто челики сойдут для ДКшников, ты просто камни на хасту фигачишь и не продаешь. Даже те же самые ЛКшные, просто пачками их там скидываешь. Просто если ведут реально воронки за ОД плюс какую-то там еще байду, это будет наоборот выгодно очень. О, потом, да? Алфил, какой осколк это по счету? О, винтовка. В этом рейде вроде четвертый или третий. Нормально. Четвертый. Я первый 7 болтал. Винтовка Рога на серебряной пулеме, да, говоришь там? На хороших все пушка. Агрите тихонько. Первых мобов. Ой-ой-ой. Бля, Катрисио. Кто бьет, сука, Катрисио? Так, багруха падает по-любому мне с сумки. Ну-ка. Опа! Да. Я разночу. Тоже неплохо. Бучину. 17 тысяч. 12 500. Показывает. Что-то. Угу. А то, блядь, ого. Просел уже по голде, блядь. Банок купил, нахуй. А ПСП, да? Я вообще не знаю, как бабки зарабатывать. А я только так и умею, чисто... нахуй. Я по-другому. Чисто сидишь на РТ и все. Угу. Я только так вот БЕшками зарабатываю. Ну, я фармил когда-то давно на X2, нахуй. У меня там профи была, алхимия, нахуй, кожа, блядь. На каком-то там еще это было. Длинь трава, блядь, была. Как фармить? Хочешь, вон РБК и все. О, это долго, это муторно. Нет. Я зацепаю в них. Нет. РБК заебись там, одна красная полироль, бля, 5000 стоит нахуй. Это тебе нужно ходить с своей пачкой 200, вот еще такой вот, мощный. 265-ми идти, тогда, да, за полтора часа это все сносится. Даже фулл РБК причем. А если идти вот так, типа, с ЛФГ набирать людей там, каким-то, или рандомами пойти, ты, конечно, там 10 тысяч, ты прям учишься, перематеришься, ревнешь. С того же самой ботаники. И, блядь, одолеешь вовку еще. Да нет, как бы хотелось, не одолеешь. Ботанки нахуй, и пишешь мне, пошли нахуй РБК. Ну или ты можешь быть рогой и стелс РБК, ходите и за час закрывать. Да это все ясно, ребят, это все понятно, просто времени нет.
Ну вот видите, вот времени нету. У меня, скажем, времени нету на РБК. Раньше было время, когда я качал только перса. Я вообще тоже время. Времени чисто на РТ, ну. Выйдите. Стоит там, нахуй. Не сдыхайте, выйдите. Стоишь у банка, нахуй. И, блядь, дайте деньги. Клянчешь, да? Не-не, смотрите, берешь эту эльфийку, делаешь, и в Златоземье крутишься жопой на почтовом ящике. Нихуя. Жопой. А пока заработок, да? Да. Так, тихо, БЕшка выпала где-то. А, это сумки, наверное. Блять, что? Это, не подходите. Милики, не подходите сейчас сюда, потому что вас разъебет нахуй. Прием, слышно меня? Да, слышно. Бля, он меня, короче, в игру не пускает, еще на лане крашнулась во время комбата. Я роутер перезапустил, один хрен, какая-то фигня. Том, ты что ли? Да. Я там, бля, укус походу проебал, мне кажется. Да, да. Мы еле-еле добили. Ну вот смотрите, как бы я нашел тоже заработок. Кто-то бы сбил бы касс, конечно, по охотнице, но как-то ладно, похуй, да? Сейчас силу, все, можно. Твака просто на толгарде жестко убиваешь, много, прям много раз. Он на тебя открывает охоту. Ты подходишь, ну там, не знаю, другу ренегату, говоришь, давай, ты меня убивай, а голду подей. Все. Реально, как бы это... Ага, там на 1000 голды эти, 10 раз убийство. Ты что, гонишь? Там свихнуться можно. Ну, блин, зато заработок, прикинь. Чел думает, тебя гангают, а ты так ходишь, так это спокойно забегаешь. Ага, ага, раз, и 5 две минуты сидишь, когда и ждешь. 5. Ну, прикинь, сбегал там, не знаю, квестики поделал. Оп, это, побежал на базу, там тебя ёбнули по-быстренькому. Все отлично. И все, один полугород на пол блока сработаешь. Да. Один раз убили, 5 минут это, там квестики снова делаешь. Потом снова убили, 5 минут квестики делаешь. Заметьте, главная идея и бесплатно, так что пользуйтесь, пока я живой. Пока? Ну да, пока я живой. Пока. Потому что на него охоту скоро откроют, на нем будут. Да, на меня уже там это открывали. На 1500 кто-то открыл на меня охоту. Че-то этот... Продакт. Лучше не напоминай про это долгоного, а то еще я открою. Знаете, ну, давай, давай. Хули на ней обзор какой-то висел, блядь. Специально тебе там чешку с кабунижью или волю, и зов пойду там этот. Андролом заберу с Залмана. Нормально ты придумал. Это он еще моб сзади. Наверх никто не поднимается, уйдите оттуда. Слушай, Вань, сколько там у тебя, говоришь, банк фуловый? 150 тысяч, да? Не принято говорить своих. Ну, короче, да, там что-то более 150 тысяч. Просто 150 тысяч летает на одного это репичипа. Просто такая не паришь. Года два, и сосы из Долорана не вылазишь. Ну лучше уже долгоного купить. Так, в порталах летаешь. Значит, звезда. Нет, осколок, если что. И кружок. Летаете за. Ну, Бурибай, ты летаешь, а кружок, короче, летаешь за ним. Вы через облачка там будете летать. Вот рыба. Кто-нибудь рыба расскажет мне черный рынок? Там только ренегаты могут или все? Черный рынок. Я. Никеры. Он же в клад. Только черные могут. Дай зунул тушка. Нет, ну если серьезно, типа, черный рынок, реально только ренегаты могут. Могут что делать? Покупать? Все пользуются. Да, я просто не могу найти. Блядь, в клавку заходишь и сразу с правой стороны. Шкаф, ебани, шкаф. Спускаешься. Ладно, потом покажешь мне, а то я что-то вообще не знаю, где он находится. Хорошо. Так, на это. Бля, это палат, пиздец, каша. Нахуй. Зуналтур, ты тут? Алло, блядь. Алло, блядь, шкаф, нахуй. Челик, а что говорят, на черном рынке сейчас 264-й, да? Тринки бывает. Я просто интересно, если я буду там брать чешку. ТТГ, алло. Ой, Зуламана. Да, если я буду зоу брать, либо этот чешку на РПБ, во сколько мне это обойдется? Тысяч, наверное, 150. А, 214. Ну, это максимально. А кто это вставит вообще? Это сам получается. Подходишь и ставишь. Ну там автоматически плюс сколько. Принимай притон. Там вообще ставки же, аукцион же. Делаешь ставку и все. Понимаю. Дом, доспех один, пожалуйста, один. Есть. Сколько он живет, получается, этот аукцион? Надеюсь, выдел. Там он долго идет, он может с утра до ночи. Это, получается, надо мне миллион? Чего? Ну вот вчера, ну, до этого воля была там, 190 тысяч ушла. А давление?
справа подавление много. Подавление справа. Хорошо. Ваша первоначальная цель это подавление. Свечка справа. Говорит, помните кто-нибудь, я там не знаю, за кашку. Кто летит со мной? Давай ты против часовой, по часовой, блин. Просто лети, он за тобой летит. Давай, зашел. Он раньше потом зашел. Вверх, давай. Это... Подавление. Подавление. Справа еще это подавление много. Парочку человек. У нас тут трое, ну. Призан, да, или кто там? Я здесь порталов, блять. Да, в Гере по всего там сколько? 5 штук было. В Гере, по-моему, в Гере сколько там? 4 или 3, да? Да не, 5, нихуя себе духа. А тут что, 8 должно быть? Или 10? Можно пол рейда можно свечить хилов просто спокойно. 8, по-моему, должно быть их. 8. В Бэйме тут капец, не успеваю пет добежать. Давление, давление справа много. Да. В Литре нет все еще усиления магии. Пишет. Ну это магия нахуй. Чилит. Возможно. Ой, да, мудрец. Сейчас хочу сказать, но можно немножко разжаловать мудреца. Но мы сейчас еще в гостиной сидим, к слову. Подавление справа. Подавление. Просто ему скажите, чтобы... Я не жму кнопку, он вообще у меня... телефона. По активации. Разлети, что ли, нахуй, да, жена? Поебал, да, вот. Не, просто как-то свечка справа. Просто как-то сопровождение музыкальное очень такое, знаешь, активное. Звучит за какой-то каст. Познакомимся, что ли? Давно уже общаемся с твоей семьей. Мне нравится, как казахи матерятся. Давай еще раз, что с чем-то. А половина слов русских ты имеешь в виду? Да, они матерятся на нашем, но это так четко звучит вообще. Их ты, блядь. Не, просто знаете, когда мат вставлен, подавление справа, когда мат вставлен в речь, как бы, ну, грамотно, правильно, это как бы выглядит более-менее нормально. Где мат через слово, это как бы, ну, так это... Свечка справа далеко. Мат, даже мат должен быть к месту, вот и все. Как бы. Я понял. Да, да. Живем это кто? Это еще Тодорно даже говорил об этой штуке. Да, говорил когда-то. Бать, там убыли уже 53 стака. А, он сейчас захилит уже. Да, чё-нибудь чужое. О, сколько? Бля, у меня 20 минут осталось. Как раз, бля, 10 минут синда, нахуй, 10 личных. Бля, вот и 10 трэш перед синдрой. Геровские.
Митенсей, ты можешь себе брать вот эти штаны. Ой, думаешь? Да. Да, 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 обязательно. Это охуенные бери. Штаны. 200 жми нахуй. Бля. Увы. Наручи печальных грез на распыл. Спасибо. Шею вот эту мне на ДК. Да там по ОП смерть вот сейчас останутся. У меня на этом-то сейчас нету ничего. Да там они просто никому не нужны, по идее. Ну да. Я так думаю, кому они тут нужны. Ебать, типу повезло, да, ДКшникам пойти вагоном, нахуй? Да. Два КДПС, нахуй. Купил. Ну, 9К там. Дал на орке. А ну нахуй, бля. Мой эрдрушник, нахуй, там 24 было. Invisible, получается, он вообще не носит ТТГ нонсет. Ну, кроме пояса и зап. А чё ты ну, ДКшнику да, вот ноги... за 200 отдал? Кому-то надо, блин? Бля, у тебя сейчас сколько хосты? Да нет. У меня кап хосты уже. Сколько? 1260. Они никому не нужны. Либо на распол, либо он 50-ку бы отдал ему, да и все. Что говоришь? У меня, говорю, 760. Ну, так-то можно. А, ну тебе надо еще. Ну тебе там шмот такой себе. Ну у меня нонсет с быстрым стартом. Тринку надо бы. Я на него сейчас фармить буду. Пошли в центр. Ну тринку с Толгорода, да? Я ведь правильно понимаю? Да. Да, да. Упс, ЗС, бери сразу туда, иди вагоном нахуй. Там посмотрим, короче, если люди захотят за 20.00 там РС-ку можно привести. Если нет, то уже завтра. Завтра, короче, тогда что у нас? Нужно Геру начать. Вместе перемешку с ЗСом. А посмотрим. Пошла раскруточка. Я завтра ЗС. А, ПМ, да. Да с ЛКшки начнем, там поглядим по народу. По настроению. На РС-ку больше времени будет. Да, РС-ку закрывать надо обязательно там. Да, закроем. А про Геру говоришь? Да. Да, да, да. Да, ее надо. А что там, если бля, вот там во тьме, нахуй, этот чисто РДшников оставлять, нахуй? А, все миники, нахуй, вот в вот, свету, нахуй. Не, не получится. Там постоянно, там бегать чаще надо, чем свету. Они не смогут бить. Они, ну, дамага мало будет у них, они как бы смогут, но у них дамага будет меньше. Плюс они потоньше, они по ХП меньше. Кулак поваром можно обновить, пожалуйста, паладина? Че обновить? Кулак поваром. В черепок уйдите. Лови кулак. Я один раз видел, как в зеркале. Уже не помню, правда. Да там нихуя сложного нету, просто там надо очень четко понимать всю механику. Ну и скорее всего не хватит ХП зергать. Ну, там, бля, танка зергать. Очень жиркого надо. Да. Прям жирного. Пугами. Уроки, каски нет вообще. Стам. Ох, народ. Да, бесполезно, класс. Че, нельзя без встать нахуй. В черепок или что, блядь? А ты умер нахуй, поймал. АФКшит, походу. Тай нахуй. Тай, сука. Надо не забыть ИП накинуть, типы так-то, блядь, спекаются, хилят. Он вылебает, призом, лутает. Все, возвращайтесь в центр. Так 6 хилов и будем нахуй, а то неизвестно кто-то шотнется нахуй, плюс заражение захилить, вальки схватит еще, так что лучше так ПС хватит. Бля, что там эти стакали, бля, это дашники кастеры
Донос, пожалуйста. Освобожденку, что ли? А, освобожденная магия. Да, много лучше не стакать, но. Там на пяти она взрывается, да? Ну, на пяти оптимально самое будет, там как бы, ну, хотя там по ДЦ надо было, если 5, это если ДЦ сильный. Там хотя бы у него... Там на пяти стаках примерно, около 5-5. Кому как? Ну, я на шипашнике, меня вносило около 5-6к. При 5 стаках. Ну, знаешь, можно до 10 еще стаков ебашить спокойно тогда. Ну, а если тебя чуть-чуть не захилили или на второй фазе, ты можешь просто улететь, умереть. Да, почему? Не, ну в гере, да. В обычке. Смотри, у тебя, во-первых, облик тьмы, урон тьмы, на 15% режет этот, типа тебе урон. Не забывай, что это ткань. Там незаметный вообще вот эти 15%. 15% от 5-6к это вообще ни о чем. Ну вот я на ДЦ добыл, по мне тоже, знаешь, не сильно пробивало. Я вчера... То есть я... Меликом вообще нельзя... В гире вообще нельзя хлопать ни один, ни два стака, ни вообще нисколько. Ну это понятно, в гире это гире другое. Гире там 20 метров и до связи. Сколько дракончики бьются по времени? 5 секунд. Ага. Смотри, ну, давайте скинем 8. Все видели. Это был гайд. Давайте я скинул, засекаю ДПС. Только я сдохну, возможно. Я думал, мы ставим. Давай не вздыхай. Ну, 3 секунды хватит. Красиво. 6 кадров. 120 было в моменте. Сколько? 22. Ну да, 122 в моменте, а так стопнулось на... Это было потом. Профессиональное танкование, всем спасибо. Ты не заметил, на драконов повесилось это от грани? Или не вешается на них? С них нету. С них душу можно ссать, дракончик. Почему? Должна быть. Почему? Грани все собираешь. Нет. Удар грома надо. Должно быть с драконом. Нет. ВХ собирается точно. Ну, ВХ, да, а ШМ нет. Ой, очень слабо. Как это ШМ не собирается? Собирается тоже, да, да, по-моему, собирается. Давайте следующий по ЧКД сходим. А, ну, хули, я просто давно не собирал, я же не знаю. Бури как уебал, все нормально. 6 дракончиков тут, но. Эти драконы, которые вот лежат, да, нахуй, да, вы про них? Мелкие. Да. Да, там 36 штук их, нахуй, и у всех тушили. Ну, на всех есть дебаф. Ну, там на, успеть надо этот, нахуй. Даргрома, да. Всех. Нет, ну, значит, нет, я просто потанулся вихрем, и все. Значит, а хули вихрем? 4 цели бьет, блин. Тебе надо удар. У меня еще мой вихрь, который от Т4 бафается. Он же по всем приезжает. Значит, кто-то спер. Нет, да нет никакого души. Да, может, я... Да ладно, пофиг, господи, я же не смотрю этот самый. А продукт собирай. Там разные души, блядь. Разные. Да. Ой, отойди оттуда, рейд положишь. Ну давай положим. Нет, положить это, короче, в десятке. Ой, просто блядь. Его запираешь в руках. Положить. И он чихает под миликов. Покласть. Это что, да. Дима? Душа из этих драконов только одного есть. Вроде у... У левого. У этого тоже. Нет. У Ини, с этого получается... ты лутанешь сейчас репичип, вот скажешь, да. Даже. Ну, да, я слева ты... Нет. И мили, да. И РДД. Нет. РДДшники справа не лутают. А-а-а. Я... Милики точно лутают. Нет, слушайте, для Шема у них оба есть души. Для Шема, да. А для ВХ только у левого. Притон, ты тут? Намочили херни. Да, тут. Сложно, блин, сейчас. Но понимаешь, что прикол? С Шема ты не лутаешь души с боссов. Да. Ну, да. Не, а в 25-ке? Нет, Герой? Нет, вообще. Вообще не лутаешь. Хуёво. Ты только с трэша вот так, блять, и то, типа, не со всего. Не, ну рефарил. С призывного не лутаешь. Да, ну, да. С призывного ты не лутаешь. Хуёво. А вот ВХ лутает. Ну, типа, ВХ надо в 2,5 раза больше душ. С одной стороны. 4 целка закрывается. 600 душ.
по сути, две бычки, десятки и 25-ки. Да. Я 600 с копейками душ собирал. За одно целка? Да. Ну, нормально. Это при том, при всем, то, что ты просто по коридору прошел и вот так вот начал со всех сосать, и все. Одна, два, три. Зашел в коридор и сосал. Начал. Ну, а ты, видимо, уже это... Отойди, блядь. А то я... И тебе в ответку просто, ты что здесь репу фармишь, да? Да. Скажите, пожалуйста, кто в курсе, ханты здесь какую лутают херню? Как ДДшники, да, как милики. Ножленку. Это вообще пиздец, дичь. Ну они же что-то типа физушники считаются. Ну, через стрелу такую, на, через 5 тогда километров. Я должен эту лутать, блять, освобожденку получается. Ну ты же милик получается, так как... Ну я милик, но у меня... У тебя считаются яды. Это магия, можно сказать. Ну считается как... Пожалуйста. Знаете, в каком-то интервью у этих админов Сирусов они сказали, типа, что... Ну, как вы понимаете, игра... Вы вообще раздупляетесь, что мы на синдру пришли, так-то пулять босса надо уже через 5 секунд. Вы пиздите, блядь, как будто ни в чем не бывало, блядь. Кто тактику не знает сразу? 1000 ГП, кикс рейда, кикс гильдии, нахуй. Нихуя. Этот самый. 6 хилов, если что, идем. Ну, ладно, плюсуем, парни. Сопроты пить, сопроты, нахуй. Так. Да, кто не уверен, сопроты пить. Вот этот босс на мне будет. Метки вот эти стоят. 5 меток на взлетке. Одна в кружок, 2 лево, 2 право. Для второй фазы звезда стоит. Рейд в кружке, и в звезду будет по одной глыбе выносить все. Все ПКД. Все, пошли, запускаем. Ну, у меня не попробовано. Ну, вы пейте, короче. Если с первого трая убьем, то будет плюс хипа. Могу не въебать. Не въебать хипа. Ну ладно. К локтю поближе вставайте, там скоро притяжка будет, имейте в виду. Ебаные бэмы, нахуй. Yes. Притяжка готовимся, отбегаем. Кто умрет, тот абэма, нахуй. Тот лох просто. Педальный. Ах, даже сакра не спасла, блять. Ракшейн, чё, пиздец, лагаешь или как? Объясни, братан, сразу, четко и по существу. Или хуёво тебе, или как? Ты чё? Близко подошёл. Хуёво. Прячемся. Ракшейн, не вижу, в чат пиши. Продок, спрячься лучше. Справа падает, близко. Пускай лежит, короче, нахуй. Работаем, оставшиеся 5 хилов. Ну, заебись, нахуй. Ну, нахуй резайтесь, он, блядь. Все вместе, ну все, чиль лежит, блядь. Так, пойду. Глыбы, нахуй. Алло, бичи, сука, глаза разуйте. Бейте глыбы, нахуй. Нахуя, ну, овергирный ДПС у нас. Чтоб глыбы, да, ну... Сейчас чтоб синдру надо бить. Ну. А как ханты тут умирали? Ну не знаю, нахуй, как бичи, нахуй. Так, готовимся, притяжка сейчас будет. Так, отбегаем. Не печи, псу. Ох. Почти. А тебе поясим побольше. Я понял, у меня 5 стаков, а 8 стаков чего-то нахуй. Неустойчивый спишь. Я все один побегу. Ебать бомжи нахуй. Ни один не двигается, чтобы уступить место нахуй. Слева падает. Да. Подбивайте глыбы равномерно. Я сразу сказал, что сильно бегу. Три секунд консилятор, блядь, 5-6 лучше.
не одну там до 10%, а равномерно, блять. Это те, вот фуловая слева стоит, ее подбейте, блять. Или что? Медовую стоп. Главное, чтобы их не убили. Медовую стоп. Спрячься в уникон. Так, садится босс, разбивайте. Это динозаврик пришел, блядь. Он помогает тебе вообще-то. Освобожденная магия на небе. А чё, у шаманов тотем на скорость нету? Нет такой. Чё на скорость? Скорость каста. Стоит. Вижу. А, стоит, у меня чуть не отображает. Притяжка сейчас будет, готовьтесь. Скорее всего переведи, перевести успеем, готовьтесь. После притяжки будем переводить. Так, притяжка сейчас будет 2%, 1%, сейчас притянет. Отбегайте, фаза уже наступила, сейчас он докастует и наступит фаза. Первую звезду и сразу разбить. Уже можете стопать милики, идите в кружок все. Лингрен звезду, сразу его разбиваем, сразу подняешь. Только не моментально прям, а... Чутка там 5 секунд дайте, чтобы скинулась все эта хуйня. Захильтесь быстрее все. Зуналтура захил. Ну, рейд на фулл хп поднимите. Все, следующую туда же. Должна быть. Набрал. Так. Стоим. Тот, кто метку выносит, всегда на фулл захилим. Лингрена захиливаем. Признан, посматривай там волну. Не бейте глыбу. Глыбу не бейте. Глыбу стоп, уйди, куда? Уйди туда. Че вы делаете, сука, бичи? Подноси вперед. Вперед, звезду, в звезду, да сука, не влево, а в звезду, похуй. Ставь, сейчас притяжка будет. Че, наебали на притяжку, да? Так, пойду менять сейчас тебя через секунду. Так она же была вроде, нет, внутри. А что ты не заметил? Она там должна быть. Ладно, разбивайте, следующую звезду. Вас. Звезду, милики ушли. Не, это ну, забагалось. Разбивайте. Первое. Вот. Все две сейчас разбивайте. Лутай, дай на хп, гейм. Вторую тоже разбивайте. Все, следующую звезду. И отошли. Так, забрал. Звезду и сразу разбиваем ее. Он реально, захильте его на фул. Че вы, блядь? Щиток кидайте. Все, сейчас выровняется, в принципе, все ее менять. Следующую звезду и тоже сразу разбиваем. Сейчас притяжка будет. Нет, не сейчас. Разбивайте. Да, да. Следующую тоже сразу разбиваем. Кто там, блядь, говорит, нахуй? Так, следующую разбиваем. Твоя совесть. Разбиваем. Эту сразу. Вот, а на следующую уже будет притяжка. Ну и после нее уже будем добивать. Вот, следующую звезду и не бить. Вот на ней будет притяжка. Готовь, Лингрен, если что, массакру. Готовьтесь, если вдруг притянет раньше, чем глыбу поставят. Все, стоим. Вот видите, как тайминг в тайминг, нахуй. Вот. Давайте Геру. Эту разобьете, все остальные в сторону. Фулл ДПС по носу. Ну, ебаный бич, нахуй. В сторону склеп. Все, и добиваем. Фулл ДПС по носу. Добиваем нахуй. Так, что там? Иннер бурибаю, да. Магина. Он вышел. На лича побежите. Валик не спульте, блять. Че, нихуя, да? Нету. Бля, я побежал, короче. Вот, извините, если что. Хил найдется, наверное. Ебаная Бэма. Ну, это хорошо на Ханта, нет? ВП Хан хотел ее забрать. Ну блять, Хант, он лофнулся, блядь, хули. Нету его. Не повезло. Ультра Дру. Мейн спек Эрдру, правильно? Код третий у тебя, правильно все? Нет, код второй. Вот второй. А первый Эрдру. А третий кто тогда? Ну, а третий медведь. А, так.
Тилар 10. А на ДК она вообще нахуя? Хоста. Ловкость хоста. Ну да. Она нужна ДК, блять? Ну, не хоста. То, что нужна. Хоста. Я нажал 10, типа. Ну, нет, там есть хоста. Там ДКшник голый, блядь, что-то нажимает. Ну, РПБ. Давай, это... Полина, хули, хули. Он реально, что тебе закидывать? Блин, ну на самом деле... Я просто БМ собираюсь сделать, попробую, посмотрю. Ну вот просто хрен его знает, она лучше проковой с этого. Проковой, скорее всего, лучше. А чё, Бурибай ушел? Я что-то не вкурил. Бурибай ушел? Нет, 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 он что-то не схватнулся. Ну, просто из гнездом красный. Бурибай говорил, что у него 20 минут, и вот 20 минут по времени вот. А, что типа все ушел, да? Так, замена плюсуйте там. Кого-то возьмем сейчас, так, что там, 1100. Слушай, а моего брата тут не сбреет, если я пойти ему? Нет. Кто-то есть за меня? Сбреет нахуй все. Так. Трону сюда, блять. Зато потом на замену человек 3 плюс 1. Да, там на замену столько плюсов будет. Пиши там? Плюс на замену. Замена плюс, да, типа. Да-да-да. Ну-ка. Бихи, блядь, диси не сидят. Да, да и хули, их и так нету, нахуй. Это, а чё сумануть там не судьба, блядь? Тут валик жду, блядь, просто. Бля, еще личное такси, нахуй. 228. Вот потом напишет на ИПСТ. А, или он вчера был с нами. Нахуй знает, не знаю. Уже не помню, ебать. Ничего, мы так не убьем. Не, вчера его. Ах, хоть еще. Ё-моё, в Дискорде сидит 28 человек. Ну, у меня есть личи там. Так, с кого идти? Ну, никого нету. Значит, так пойдем. Ну, так можно пойти. Так, это 1200, так, ТТГ, ЦЛК. О, смотрите, прессует. Вот, сумуньте его. У тебя лидерка. Он думал, что это фри ЕП такой. Думал, что фри ЕП инфосотка. Так, это я тебе заранее ебанул, потом пусть лок в рейде будет. Так, что там, блять? Кто смотрел Дроздова этого в мире дикой природы? Так, берем. Так, ну я лича повожу, ты этих пидоров. Это, смотрите, там Вадикон, если что. Это, если схватит хилов, там смотрите внимательно, то есть подхиливайте. Ну, блядь, призом больше на тебя надежды, старайся там по это не проебать танка. У меня есть аршам слабенький. Слабенький, да, ну ладно, не надо. Так в этом, ты 20к дашь и так подхилишь нужный момент, хотя бы там. Так. Ловушка замораживающая канает, да? Тут? Смотрите, смотрите, там теневой клон Бойда. Ёбаный, уменьшили. Это матрица. Это матрица, ребят. Консилятор. Запускаю. А знаешь, что это похоже? Нормальная швейцарская семья. Мама Мишка, папа Мишка. Папа Мишка, папа Мишка и сын Мишка. Иисус. Ёбаный, нихуя большой. Причем он тут? Дети мои, ёбаный в рот, слушайте, блядь. Вообще, блядь. Обучаю лазить по колоннам, нахуй, ну-ка. Я обучаю Кирилла, если бы он пополз. А приступ баф можно? Под дебаг давайте этих. Чему если что? Так, это ДК. Диспельщики, призен подиспелишь, я там не знаю этих людей. А по ДК кулак можно? Как они будут диспелить? Я бы даже сказал, нужно. Можно поваром 300 баф.
Спасибо. Ну, там паладин Рэкшейн, вот к нему все вопросы. Можете не раздуплиться. О, каску сняли, кинули кулак. Вот видишь как, блядь. На тебе каску. Спасибо. Так. После заражения чума секунда. Смотрим на ком. Реально. Испыл его. Чума 2 секунды, готовимся. И Рэкшейн к шаркарям. Вынес он, нет? Или нахуй? Или вынес? Не видел, короче. Вынес он, да? Выносил, выносил. Все, 1%, там готовимся уже на край идти, короче. На, пета. На нем чума, на нем чума, смотри, который мелкий бегал, а все. Вы чё, блять, сука? Чё такое? Да ничего нахуй, агро в очке нахуй просто. На полу есть? На полу где, бля? На туре. Два ханта, один рога, ебать. Там какая-то залупа была еще, анимация, блядь. Лемовская, походу. Сейчас что-то капа набираю там. О, нихуя! Что это такое, блядь? Это простые. Да какой фрост это хант был, ебать. Ну-ка. Ходи к боссу. Первый раз бейте, блин, пожалуйста. Все, ключу за спину встаем. Валим, готовимся, фул ДПС. Так. Румбик застанил. Кружок бьем. Здесь треугольник тоже бьем, блядь. Все, из подвалика. Быстрее треугольник разбивайте. Оскорнение 2 секунды. Разбежались. Из подвалика ушли, с центра ушли. Все, идем. Дальше так же встаем, как и вставали первый раз. Будет одновременно и вальки, и вот эта ебаная лужа черная, нахуй. Севите черепок над головой человека. Бегите до тех пор, пока не увидите, что там никого нет вокруг на 300 метров. Относите вправо-влево только. А не на ход валик. Да, да, самое главное, за черепком не бегайте. Вот. Милики уже вышли из центра. Танки тоже готовимся, тоже у нас тоже может быть. СДД по краю стоим, по железному. Жнец захиливаем. Войда. Сначала смотрим, где черепок, потом бьем. Все, бьем валик. Быстро, быстро, ромбик разбить. Сука, ну где стан? Мудаки, да. А, там лог? Ну ладно, похуй. Треугольник быстро разбить. Кружок, нахуй. Дамажим, алло. Блять, ну кружок, нахуй. Этот разбили, треугольник. Все, теперь сначала осквернение будет. Ебать, и портнулся. Начало оскорнения, оскорнение 3 секунды, и потом в центр это возвращаемся. Так, черепок. На другую сторону бежим, на другую сторону бежим за лечом, встаем, лечу в плащ. Вот сюда полетим. Так, и 4%. Валик бьем, веду вместе с вальками. И переводим одновременно. Ай, схватили. Сбиваем. Оскорнение 3 секунды, готовимся. И на край в эту сторону идем. 2%. Черепок смотрим и на край идем. 1%. О, блядь, войда, захильте. Алло, блядь, не будет хил, нет? Хилы, ебаный покос, нахуй. Друиды, блядь. Покров хотя бы давайте, блядь, ножницы. Сокрудан.
Так, сокру, мастера на лед, запрыгиваем на край. Шаркшей не сдохнем, блядь. Самый опасный момент будет, челика в комнату надо будет захилить. Сфера ледяная близко, разбейте, пожалуйста, ее. Да вы чё? Бля. Чё, сфера близко. Хорошо, ярость есть, мне тебе гроли брать. Сферы залейте, да? Ёбаный, вот это хуйня какая-то. Сферы залейте, на них не бегите. Не под ебалом не бегите. Да, заберу. Да, под ебалом, видишь, дебилы топчется, блять. Куда ты, ультрадру, нахуй под ебалом встаёшь? Бомжи, сука. Захили челика, Катрисию, быстрее. Ну, сука, хилы работаем. Ёбаный в рот. Нахуй. Ебать, вообще не хилят, он проседает. Он мог сдохнуть, мы бы вайпнулись тут же, нахуй. Все, идем за лечом на ту сторону. Уже вперед леча уходим, блядь. Осквернение 7 секунд. Осквернение 2 секунды, готовимся, это. И за лечом прячемся. Черепок разливаем и за лечом прячемся. Все, к лечу быстрее. К лечу быстрее, блядь, и прячемся за его спину, блядь. Быстрее, я собью их. Лингрена, блядь, хильте. Чё там, блядь? Две цели хилиться, только заражения здесь нету, блядь. Хилы, блядь. Работаем. Все, уходим уже, я скринение 3 секунды. Идем одновременно скринение по бокам раздавал. У меня ключик только отражаться есть. На Лингрене. Так, за лечом прячемся, быстрее уже встали. Так, на мне этот самый жнец нахуй. Бейл, может? Ну, вот тело какое-то стоит, Зунул Тор, похуй, да? Да, давайте Бейл, хули, а захилите. Дайте, дайте, шлепеца захилить, ёбаный в рот, хилы работают. Да, конечно, Бейл. Все, уходим и там добьем искренне, 2 секунды. Сейчас после духов будет черепок. Вот, и бежим дальше за лечом. Ой, давай я заберу, а ты духов. Давай. Или приз какой-нибудь. Да, забирай. А все уже. А, ну да. Да, за Мишку так не выжить, конечно, как за ДКшника, блять, я тогда выжил. Тут еще дамага поменьше, может 500 тысяч где-то, а там-то лям вроде как. Хотя хуй знает. Войд. Чё? На ДКшнике в Геру можно уже? А хуй знает. Наверное. Посмотрим. Туториал который? Ну. Туториал. Тут и вар. Туториал. На роботе, мне кажется, больше, чем пал уже точно там. Надо подбарахлить его, блядь. Чё, пал ушем не будем тогда делать? Не, будем. Понял. Так фалу надо сделать, чтобы он больше дамажил. А ДК и так дамажит, типа зачем ему делать? Пала хуля, обиженные нахуй. Да вообще обиженный пиздец. Он ведь не дамажит. Они, впрочем, никогда не дамажат. Так, замена плюсуйте, кто там на замене был. Да только ВД8 был. Мы его поймали, завербовали. Он думал сейчас. А вон Эй еще он думал фрип. А ЦЛКшка 25-ка закрытая, это равносильно десятке? Так, давай я подумаю, кому там 10% у нас? Там Зуламан пустит. Призен. Лингрен тоже ты считаешь же ретрик или у тебя мейн это считается? Ну, у меня, как бы, блядь, как тебе сказать, у меня вообще итем левел в танке выше, нахуй, 272. Я понял. Две клятвы. Ханты ГЦ. ДД 260. А два ханта, да? Да. Два ханта. А что за клятва? Так, Вултай. Кто там еще был-то, блядь, кто спекался? Эх, вот могли бы туда Глору положить. У тебя нет выбора, придется взять.
Но мне одну можно. Да, если тебе не нужна, я могу забрать. Вообще без разницы. Не, на ДК это херня. Да почему? Да. Ну, знаешь, лучше, чем моя 232-я, блядь, намного. Ну, чем 232-я лучше. Да, да, давай, Рокшейн, ну все, рейд кончился. А чем она лучше? То, что там хоста у меня есть? Ой, ебаный, две клетки, что за хуйня? Я бы одну взял бы, потестил. Так, ну, друид, вы на кого сразу говорите? Вот, друид инвалид? Не так, поскольку, на кота. Ультрадру. Ну там получается что, одну ханту, допустим, дам, да? А друид инвалид и ультрадру кому из вас давать? Хант сказал, ему не нужно. Но Анреальному не надо, а ультрадру. Я про этого ханта. Я могу отдать, у меня. Ультрадру отдай, мне. Я хрен знает, у меня код будет через сколько, блин. Ага. Все, да, ультрадру. Так, защитник. Угу. Завоеватель. А ты начислил уже? Да. Так, ну все. Так, давайте подумаем, что мы завтра будем делать с вами. С Геры, с ЛК начнем, да-да-да. Ну, а РС-очка, я думаю, так, между делом, может, к концу. Для разогрева? Можно сначала для разогрева, можно в конце. Ебануть.